в этот инст, и убили это все говно нахуй. Оно бьется, это параша, все. 35 минут, блядь, фул, все проносится, блядь, с первого трая. Тут нех убить. Что-то хилить неохота, блядь. Авилания, World и Катриси. Танки. Кто будет? Зози, что ли? Зози поменьше Катриси дает. Давай Зози во второго танка тогда. Катриси, где? Принимай свой. Призыв наш, ждите совета. Катриси. АФК, блядь. О, друид инвалид. Катриси вроде не хотел идти. Там заебал, бля. Ну, друид инвалида взять, да меня в этого в танка нахуй. Друид инвалида сейчас если отпишет. Призван, блядь. О, сюда его, этого призна. Какая воня, блядь. Ну как раз я квест закрою. Да, квестик закрыть. Хуестик. Да после Ика, если РСК будет, то сгоняем в РСК. А если не будет РСК, то можно будет, в принципе, быстренько сгонять. Катрисия, прием, блядь. Да он под шумок слиться решил. Есть на Джару квест? Да. Ну мы так-то, так-то тут ИП лутанем, блядь. Он чилить будет. Потом, блядь, его чешку заберут, блядь. Все, пусть чилит. Какой-нибудь Седжу нахуй заберет, блядь. Все взяли квест. Да, чешку заберу. Седжу сейчас этот увидит. Блять, вот это вообще прикол нахуй. Чего, прийти чего в инст нахуй и сидеть нахуй. А сможешь кто поставить Джифса? Стартуем так, там кто подтянется нахуй. Так. Ну, давайте Гламурчина возьмем, меня в ретрике. Да, Гламурчина, ты пойдешь? Поставьте Джифса. Если починиться, он на выходе можно. Не, мне надо в банк заглянуть. А где он там, блядь? Он где-то был в каком-то инсте, а вот под город. Он АФК, блядь. Эх, пизду, короче. Это самое. Ладно. Вилаш и Зози танчат, значит. Все, поехали, запускаю. У ворот танчим, стоим на рендже с огня, выходим сразу. С набольдов под босса и завешиваем. Дайте шкаф. Можно ауру от огня. Шкаф тыкните, сейчас умрем. Может успеем еще. Ну тыкните, ебаное все. Тык на сумму. Сейчас уже выйдет, нахуй, ну нахуй успеет. Ну успеем, успеем. Так, не столпимся, рассосались. Так не умрите в одном огне. Че, огонь там под боссом? Я сейчас не могу вкурить. С огня выходит. Два стака хант. Вилания, блядь. Шелфир 5 стаков.
Мидарк, 5 стаков. Как дела там у вас? Нормально, блядь, в огне стоите? Так две лужи под меня прям так сразу. Так выйдите нахуй, быстрее, отбеги, блядь. Надо, чтобы стаки скинулись. Что больтов под босса? Навелание под босса. Там смотри, не кастует. Собьется каст. Выходи, Бурибая, блядь. Ну ёбаный все, выходи с лужи. Снобольно добиваем. Веди его к миликам, хоть ты стоишь с ним. Так, кто там отводит? Ты это? Поехали. Геру. Эту звезду бьем. На это, Зози, забери, блядь. Или как, или что, или рарник танк, нахуй, алло, блядь. Таунт-то нажми. Ренжу держим, не стоит, не стойте толпой, нахуй, вот эти бичи вот с хантом, нахуй, стали. Есть еще так, для справки, тут блевота зеленая прилетает в одного человека. Из-за того, что вы кучей так стоите, она прилетит на 10, нахуй. Вот как следствие, нахуй, вот на 4 людей прилетела. А могла на одного прилететь. Второго червя хуярим. Когда перекопается, 10 секунд побьем, мы это будем раньше набирать. Вот. Закопался. Мать. Милики, секунд 10 побьете, ну на Виланию разморозь. Секунд 10 побьете и рейндж набираем. Быстренько бьем. Может быть даже если ДПСа много будет. Все, все кроме двух рог съебитесь под босса. Роги там вот этот кош нажмут. Все, разошлись. РДД только бьют. На РНЖ стоит. Там что-то показывает. На карте. Добьют. Добили нормально. Ну, ДПС нахуя. Ауру на лед один кто-нибудь. Давай, к стенке его. Все нормально, пускай тут стоит. Значит. Да ебаная. Подойдите ближе, ближе подойдите. Ставлю метку, в которой будет сбегаться рейд. К звезде поближе все подойдите. Чтобы когда босс в центр отошел, вы сюда сбежались, встали. Хилю. Столб встали вот сюда. К столбу прижались. Быстрее, сейчас босс будет отпрыгивать. Босс будет бежать на столб. Мы право-лево от столба сейчас будем бежать. Давайте, приготовились. Вот, в черепок. Наоборот, от черепка бежим. Блять, вы совсем дауны? Хули вы там бегаете, блять, дебилы? Перед ебалом босса, блять. Уёбки, сука. Да я вообще не понимаю, нахуй. А вот там на заднем плане. Вы что, совсем ебанутые, нахуй? Вы что, не видите череп, нахуй? Вот... Когда откидывает босс нас, вот идем к столбу сейчас, к столбу все идем, поворачиваем камеру, правую мышку нажимаем, сука, на ебаной своей мышке, блядь, поворачиваем камеру на стену, нахуй, и смотрим, где череп будет. Череп прямо в столбе, нахуй, от столба право-лево, нахуй, бежим. Ебанутые, сука, блядь. Вы специально это поди делаете, да? У меня подозрение, что это беса Т4. Только что был. Нет, Равист умер. Залюбовался на свой посох, залюбовался. Не знаю. Да просто ты в ВВК не ходил. 25. Да, на актуале не ходили, хули. Там бы, блядь, с гильдии покикали за это уже, нахуй. Там одно тело умирало, вайп, нахуй. ДПС, по ДПСу не проходили, блядь. Вот, на Элема плавит. Ой, нахрена тебе дух в Элеме? Так, можно вопрос? Там два плаща. А, ловкость. А нахуя мы вставали к столбу всей толпой? Ну, по механике.
Ну, чтобы разбежаться влево-вправо от столба. Да, чтобы люди увидели, что он именно на столб идет. А дай в пизду нахуй. Не еби мозг. Просто нахуй, не знаю, нахуй. Ну, блять, у кого-то 10 IQ, у кого-то 300, нахуй. Понимаешь, блять, это... Это метка была для 10 IQ. Оно не делится. Ну, здесь, типа, нету спидов, и изначально, когда не хватало ДПСа, все собирались в одной точке, чтобы ты разбежался и сразу бил его, а тебе не надо было бежать в другую часть комнаты, чтобы его поймать и бить снова. Распыл да. У кого есть? У Мифика. У Мифика. Пока не пыли, там, если что-то надо будет с того, что выпадает, блин, скажите, вон у Мифика вся хуйня. Ловкость, скорость, меткость. Запускайте следующего. Здесь, значит, на этом боссе. Вулкан и ворота. Сначала ворота, потом вулкан. Это приоритет. То есть появились врата, забыли про босса и свичнулись и убили врата. А не так, что они стоят там нахуй. Хилы, ну, два хапала. Там будет метка череп. Ее надо будет это, захиливать человека. Ну, а метка крест, соответственно, это будет зеленая лужа под ногами. Как на лане, только зеленая. Ее надо будет выносить из мелизоны. Ну и когда выносите ее там не к стене, а несите, блядь, чтобы хилы вас доставать могли, блядь. Потому что вы когда бежите, блядь, дамаг от этой лужи еще получаете. Ну так нихуя сложного. А, диспелить еще. Маги, присты. Три мага, блядь. Демон. Souls. 5, 4, 3, 2, 1. Да ничего, сейчас гламурчен, если в DC, может еще на нуба зайдешь. Что-нибудь кого-нибудь свищнем, ну посмотрим. Заодно уже скоро ИП давайте, может еще и РС-ку ебанем первым лейдом. Так, готовимся, сейчас будут врата, значит. 2 секунды, нахуй. Все врата, свич, забыли про босса, все врата, быстро. Череп захиливать. Вот так. Беги, малышка, так. Беги! Войт, как дела, блядь? Носи крестик. Идите. Войт, вынес, молодец. Так, следующий будет вулкан, скоро. Черепок захилил. Так, готовимся. Появление вулкана скоро. Бабу добейте, а то она на вулкане даст целую хилу нахуй и пизда нам. Значит, на вулкане, как первые пару метеоров вылетит, незыбку сдашь. Ну и там продлишь. Грибай. Так, захилить. Череп быстрее захилите. Все, пошли это самое. Вулкан зергаем. Быстрее, быстрее. Ну это стаки, они спиздили, три мага не успели, блять. В ГКД не попали. Добиваем вулкан быстрее. Теперь големов все свичнулись. Сейчас после големов уже будем резать. Так, Энг вставалку юзай. Хант пускай полежит. Ну и из... Зози, Рес и Седжу. Не хватит. Ставьте тотем. Давай гимн. Я устала. Так, просто босса добиваем. Я понял, блядь. Тишины нет. Сфера рыцаря.
Так. Ну, а сейчас будет порево, да? Сейчас будет... Что, запускаю? Рарник сразу в танка. Нет, подождите, не запускайте. Ну, ладно. Сейчас мифику закину, все. Этот друид инвалид. А, это крит меткость. Думал тебе оффхенд предложить. А, его же нет в рейде, нихуя. Короче, значит, тактика такая. Рарник с щитом. Две частицы на него. Как агрится босс? Что там, запустили, нет? Давайте запустим. Значит, босс агрится по трем параметрам. Первое. Количество брони. У кого оно самое маленькое, на того пойдет в первую очередь. Второе. Количество хп. У кого оно самое маленькое, тому пизды в первую очередь дает. И третье. Это расстояние до цели. Если расстояние до цели 50 метров, то сначала мобы пойдут бить те, кто в 30 метрах от них. То есть вот эти три параметра влияют на то, кому первым дадут пизды. Чтобы не дали пизды, нужно использовать свои способности как в PvP. Соответственно, сбив костов, заморозка, приморозка, корни, рут. То есть корни совы, приморозка мага, замедление мага, превращение в овцу, страх. Что, превращение в жабу, стан от роги, стан от паладина, вихрь от друида, это топ-контроль. Сейчас расставлю метки и расскажу, кого бьем в первую очередь. Рарник, задача, ну, хотя бы 2-3, хотя бы одно тело, чтобы милики держались на тебе. Треугольник это рога, запоминайте, кто есть кто. Они очень опасные. Ромбик это ДК. Так, где там Алиса? Алиса в жопе где-то стоит, нахуй. В первую очередь будем Сирису зергать, это звезда. Хотя давай я на нее череп ебану. Так. Алиса будет крест у нас. Первый лок убиваем, это череп, потом крест. Такая очередность. Дальше. Холипал у нас... Звезду поставил. Это Холипал. Свет небес ему надо сбивать. Сейчас скажу, кто будет сбивать. Квадрат это вар. Луна это друид. Дерево его будет контролить притон. Три изгнания, три страха. Так. Бриена это у нас ШП. Просто по возможности фир там в овцу, в какую-нибудь хуйню посылать ее. Нузл, соответственно, это маг. Метку не ставлю. Самул это у нас Эршам, это хил. Два самых мощных хила здесь, которых надо сбивать косты. Это Самул, кружок, и Вилания, этот, кто он, блядь, хэпал. Так, значит, тактика такая. Рарник заходит со стороны кружка. А, нет, наебал. Рарник заходит со стороны ромбика, заходит со стороны кружка, примерно рейд стоит. Сейчас перестану. Примерно вот здесь. Притяжки. У нас только одна притяжка. Эвилаша, значит, смотри. Твой будет... Короче, ну давай. Это оковы пороги будешь кидать. Ну это все, что ты сможешь сделать. Вот. Рога треугольник. Это будет твой. Сначала, Эвилаша, ты стоишь в кружке со всеми. И как рарник побежит, на него все мобы побегут. И только потом пойдешь и грипнешь примерно в центр этот самый черепок. Ну и там как-нибудь постараемся, чтобы он на нас пошел. Теперь по контролю. Рогу контролит. Вилаши помогает Вадикон полностью. Три вихря, три корня. Квадрат контролит Равист. Три вихря, три корня. Ромбик контролит Зози. Ты, кстати, в кота спекайся. В кота. И контролишь ромбик. Это ДКшник. Три вихря, три корня. Ну, плюс стан от кота. Можешь настакать там и стан дать какой-нибудь. Алиса Лунапарт. Это беру я на себя. Постараюсь вихри кидать, чтобы она сильно не расстреливала рейд. Потому что она вторая цель у нас. По Алисе дополнительный контроль мифик. Когда вихрей нету, на Алисе кидаешь фиры на эту пидоршу. Хорошо.
Соответственно, все остальные в автономном режиме играем. Каток, станы, ослепление, ошеломление, любую парашу. Под диспел по цели, которую бьем, это энг. И помогайте мне дарк и шадоу в диспел. То есть цель, которую бьет речь, репок, на ней не должно быть ни одной ходки. Ну и, соответственно, все остальные. То есть шаман увидел, к тебе подбегают, там хил, дал жабу, там энг дал жабу. Паладин этот... Ну, если баблы сдали паладины, все, роги, короче, посматривайте в сторону паладинов, вот где в ромбике они будут стоять. Паладины, вы примерно там возле ромбика стоите, рарника хилите, два хапала. Если к паладинам побегут эти мобы, нахуй, роги бегут туда и начинают давать станы мобам, которые хотят убить холипалов. И потом уже весь рейд туда потянется, чтобы холипалов нас не убили. Бабл всего 12 секунд, поэтому надо, чтобы они не сдохли. Ну, то есть разобрать мобов по контролю. Все, проверка, попробуем это все сделать. Так, на какую у меня там? Это вихрь. Так, сейчас корни поставлю. Все готовы, даю отчет для рарника. Все поближе к стенке стальте, вот к локовскому порталу. Так, рарник бежит. Геро. Геро фулл ДПС по черепку. Вадикон рисы. Блин, Боря Бая, чё бабл? Ой, бля. Я не успел до ханта дойти даже. Не надо тебе до него, сука, идти. Блядь. Так он меня пиздит, и он без вихрей стоит. Кого следующий? Да никого, нахуй, падайте. Блять, рарник, я не понимаю, сколько у тебя там брони? Ты щит-то одел? У меня вообще мало. Почему не убежали, сейчас, блядь, с тебя? 18 тысяч. Падайте, встаньте в одну точку, не двигайтесь, ничего не делайте. Раз они убьют вас. Под варом вообще было 14. Он ж этот фир дал и убежал. А, ну понятно. Поэтому надо антифир сейчас на рарника будет дать. Еще возле него надо будет поставить тотем. Не, сейчас подменяется. Сейчас мы энха переставим. Ну, посмотрим. Энх, значит, в первой пати у рарника поставил. Подбежишь к ромбику, поставишь тотемы. К тотемам там подведешь. Там будет тотем на диспел и тотем трепета. Ну, еще дополнительно антифир повешаешь на рарника. Пока не заходите. Сейчас они сведятся. И это вот, холипал, стойте на ренже этого, частицы. Не хильте обычно. Частицы только хильте. Частицы и себя хилите, блядь. Да-да, себя хилите частицами. То нузл побежал, еще кто-то. Заходите быстрее, пока запущу. Ребята, не забывайте там паладины, бабл хотя бы отдавайте себе. Тебе не надо, мифик, бежать это, никуда. Но стресс давай, у тебя танк же есть. Тебе надо стоять в кружке и бить черепок из самого на далека. Этого, на мага сядешь вот, на нузлах и за нузлом бегаешь. Да желательно вообще, чтобы он потанчил с тобой этих пидоров, миликов. Да не надо, пусть он за нузлом бегает и все. А то сейчас нузл хила убил. Да там ему дадут фир какой-нибудь, контроль. А у него же есть скинуть фир. Надо, чтобы на вас были милики. Хотя бы две штуки. Так, ромбик ДК. Сириса. Убиваем первую. А, они так же даже встали, блядь. Хант второй. Так. Очистительный горный, это кто? Это хил. Так, звезда хэпал. Самул Иршам. Кружок. Шакал. Квадрат. Вар. Кавина, блядь. Вместо Эрдру теперь у нас сова, блядь. Ну и рога, соответственно, треугольник. Ну, сова, это, ну, хуйня. То есть, может какой-нибудь вихрь кинуть, ну так. Нузл, там, не знаю, просто нахуй его там, блядь. Сало ему какую-нибудь хуйню, там, фир закидывайте в овцу. Ты его не поймаешь, его только вар может ловить. Короче, начинаете со стороны где-то, вот
Так же с ромбика начинаете. Там главное, чтобы рога на тебе сидел. У нас меньше проблем было. Иди, но стресс и рарник туда. Мы все здесь. Ну, если миликов на тебе не будет, то пойдешь на нузло. Вообще, вы стоите там. Да, 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 давай, давай. Если милики уйдут с вас, то тогда уже играешь так. Ну и начинаете там сальвы. Если боб... вы близко стоите, вот хилы вот где-то станьте, вот здесь где-то. Боб и сальвы и так далее. Вуду, если что, блядь, рамочка красным обводится человека, на которого мобы идут. И можно по нему еще боб дать, блядь. Это касается вот Бурибай, там, Авелания, Рарник, там, если близко с тобой будет кто-то. Все, проверка. Так, даю отчет. Она вообще будет на фулл рейнже стоять. Отравенькая. Все в кружок встаем. Вот хера ли они туда побежали? Все, зеркало. Дайте Геру. Сейв дайте там. А до этого нельзя было? Стресс, иди на мага. Я не знаю, нахуй, это какая-то хуйня, нахуй. Залупа ебаная, падайте. Я кидаю заново тарелку, они побежали на вас. Да, блять, в пизду, нахуй, просто мы близко стоим, нахуй. Падайте опять. Все, не будет плащи уже. Да залупа, нахуй. А вот первых игроков кто убивает? Ну, обычно Войт у нас отлетает вторым. Ты давай, Вилаша, в этот... В ДД, что ли, хуй знает, подамажишь хоть. Да, лучше в ДД, не надо там танчить. Боссы не таунтятся эти. Просто бьются, ну. Тут заходите. Давай сейчас еще, чтобы яснее было, блядь. Чтоб, блядь, вообще мозг нахуй. Ты че, нахуй? Вот сюда, блядь, встаем все. В кружок, нахуй. Вот тут рыбу и поставлю, блядь. Вот тут вы стоите в начале. Так. Вы кто запустил? Здорово. В следующем бою вы встретите... Сначала нужно, чтобы все мобы сагрились на двух танках. Потом нужно, чтобы какая-то часть, 3-4 моба, побежали на рейд. Чтобы они побежали на рейд, нужно, чтобы Вилаша подошел и грипнул. Тогда они парочку на него побегут. Можно вместе с Вилашей, чтобы сбегал в Рей, например. У него это мало брони. Они побегут на него, ты, блин, конешься в рейд. Ну и там уже, если в рейд придешь, там уже разберем мобовку контроля. Так, вот теперь хант ближе. Ханта хуёво бить первым, потому что у него брони дохуя. И хп вон 5 лямов, нахуй. Где Сириса? Сириса, крестик. Вот нужно, чтобы 3 милика, ромбик, квадрат и треугольник были на вас. Это самые опасные милики. Остальные кастеры, хуястеры, мы с ними разберемся. Хэпал также, Вилания. В смысле Вилана, блядь. Ники похожи просто. Так. Самул также Эршам, кружок. Вот этих петухов надо контролить. Так. Кто там нахуй? Блядь, не вижу, где сова нахуй. А вот она. Первый убиваем череп, второй крест. Череп ближе. Значит, сначала ты стоишь... Это в кружке.
И потом, как они спулят уже, тогда побежишь в центр. Гриппа, черепок. Все тут стоим. Так. Еще как-то обзор, чтобы был. Шалфир тут. Если готовы, даем что-то. Топа нет. Выкинуло, да. Пробуем так. Так, вот они, петухи, идут. Вот. Здесь гриппой. На нузл садись, на нузл. Блядь, вот она. Контролим, фиряем этих пидоров всех. Да ебаный в рот, блядь, с формы выбивает. Черепок бейте. Не, это какая-то залупа, ну, что-то вообще, я не знаю, ну... Вы просто что в танках, что не в танках, они один хуй все в рейде. Просто вся эта хуйня падает, нажимся, я ебал эту хуйню. Может не работает тоже там? Да я не знаю. Да, ну, как... в смысле, в Гере никогда особо на танках не заморачивались? Всегда они висели на этих, на танках. Это щитами. Бабычки? Не-не-не, они всегда висели на но танках там щитами. Надо, видишь, что надо вот этот вот, подпить на этот, на броню вам. Чтоб они на меня шли. Там сколько брони? 4000 дают же? Может быть им ну, бронжу убрали, блядь. 3,5. Может, хуй знает. Но я только кидаю тарелку, и она все, побежали к вам. А надо вроде гриппать. Не гриппать. Да там гриппать-то понятно, просто обычно просто развешивали каких-нибудь воинов, рогов по всем, кто вообще кастует, а остальных на катке водили. На стресс свой шел. Чем могу быть полезен? В следующем бою... Там где там гламурчен? Тут нет? Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую... Рыбы в кружке. Так. Кто там, Буриба или Вилания в Ретрика? Как будет лучше, так и будет. Ауф. Ауф. Ну хули, я не знаю тогда нахуй. Тогда спекайся в ДД рарник нахуй. И все, и пошло на все нахуй, блять. Я ебал это говно, блять. Ну, значит, только контролить нахуй и кайтить. Ну, метки я поставлю. Короче, смотри, воин сидит на маге. У этого есть же танк? Гренадер длинная. Или нет у него? Не знаю. А ДК на ДК, чтобы это, там контролить, ну как бы замедляет. Короче, кайтит. Пизда, недалеко нахуй. Ну, мага тогда первым зергаем. Черепок. Не, тут ханта надо зергать первым, потому что он не контролится, ему каст сбивать не надо, ничего, и он очень противный. У него большой рейндж, он не сам не подойдет, его надо тянуть. И у него есть кошка. Да, это самый хуёвый мобы. Кошка грызет. Типа на лока, на мага можно каких-нибудь рогов посадить, либо просто им в касты там в чародейскую вспышку вкидывать, либо вот этот круг, который поджигает АУЕ у лока, вкидывать какие-то интерапты. И они как бы не такие противные. Хант, он, ну, он посильнее, но его под Герой проще убить. Так. Где там пал? Короче... Это, помимо того, что вы контролите, еще и бить мобов, ну, убивать надо цель. Ну, давай, это, давай,
Ханта в первую очередь. Не, все-таки лок он потоньше на ляму. Хуй знает, может лука в первую очередь зергать. Короче, давайте крестик первый, потом уже ханта. По ханту давай тогда водикон в вихре. И кто там? Дерево есть? Нет? А вот дерево есть, луна. Притон дерева контролишь. Но только когда оно добежит до твоей досягаемости. Этот водикон, значит, в ханта контролишь. Первый зергаем крестик. Мифик добавляешь фиры по ханту. Так. На звезду сбивает косты Седжу. Ну, стан дал там, посмотрел, свет небес кастует, дал пинок. Ну, если он недалеко от тебя. Потом что? Топа сбивает косты Самулу, шаману. Ну, тоже стан дал и отбежал там. Сбил каст. Нузлу, короче, сбивает. Кто у нас там есть? Все маги, смотрите, все три мага, это, контрспеллом сбивайте. Антимагией. Нузлу каст. Ну, в овцу превращайте. Ну, и пироман Шафир туда добавляй. На нузлу. Потом кто у нас остается? Шокула контролит. Давай, Равист. Зози контролишь. Ромбик. Три вихря и три корня. И повторяем. Ну, шипешник Бриена там. Так, под общую гребенку. Я думал, три икса. Короче, гриппаешь. Гриппаешь крестик и начинаем контроль раздавать своим. Так, а я кому контролю? Я тогда, наверное... С пула за контролю шипешника. Виваша. Так, все, давайте отчет. 4, 3, 2, 1. Не достаю, блять. Ладно, на те корни нахуй. Все, побежали отсюда. Каток дайте. На сфер дайте. Как убьете крестик, сразу череп начинаете бить. Катите мобов. Так, нузлу дал вихрь. Для нас фирмует. Ну так, живите как-нибудь. Так. Боря бай вылетел. Ну, играем дальше. Убегайте, катите. Катите этих пидоров. Далеко. Да ебаный бейте ему. Череп, да? Череп далеко, да. Отбегайте череп. Да я херя. Я в ПВП спекнулся. Какой ПВП? Ну, ПВП вет. Так. Шипы законтролил. Шокула. Зози далеко. Корни, вихри. Очень далеко. Даем. Отбегайте от них, отбегайте. Это лучшие представители Орды. Так, Войда подхильте. Или дайте боб какой-то. Быстрее черепок добиваем. От треугольника беги в рей, беги. Приморозьте этих пидоров, приморозь. Блять, водикон ресы. Приморажите всю эту залупу. Ханта быстрее душите. После ханта... Нузл. Без метки. Сейчас поставлю метку. Где этот пидор? Крест поставил. Бьем крест. Войда, подхильте. Какой-то заход эти меня, блядь, я контролю бегаю. Так ты, блядь, с краю бегаешь. Ты подойди ближе. Да я не могу ближе. Глыбу снимите. Вот это более-менее играть начали вы.
Так, нузла добиваем. Ну, спасибо. Следующего давай это. Кружок бить. Кружок следующий бьем хила. Остальную всю хуйню контролем. Блять, войда. Все, сейчас я ему вихрь дам. Нормально. Не трогайте шокула, я сейчас его. Чей лем? Уберите лемя. Вордлекс. После кружка будем звезду бить. Рэй, старайся далеко не убегать. Войда, подхильте, видите, меня бьют. Так, звезду убьем. Сейчас теряю контроль дам. Все, вихрь пошел. Нормально. Главное от шокула бегайте, сейчас ему корни дам. И от треугольника троги. Снимите бабл. Ну диспельте, ну. Не понимаю, почему у меня не диспелился с первого раза. Мисс? Да? Может, почник не должен быть. Все, после звезды, ну давай вот эту Бриену бьем. Череп поставил. Остальную всю залупу контролем. Так, после черепа давай ромбик бьем. Всю остальную хуйню контролем. А там не поможет Борибай. Только вот да, если только получится. По треугольнику сейчас какой-то контроль, знаете. Ну все, давай вон квадрат бьем. Дерево также изгнание, страх. Ебать, вы играете, нахуй, оказывается, блять, нормально, ебать. Можете, да? В натуре, блять, умеете, нахуй. Так вот, вот так всегда и надо на этом боссе играть. Включил, в корни вихри дал, там остальное добьют, подиспелят. Сейчас последний вихрь придет и начнем рогу душить. Рогу душим. Они, видишь, все на меня нахуй смотрят, нахуй. Хорошо меня прохиливали, блин. Ты же хотел танчить? В эрдру нахуй. Сейчас я смотрю в медведя, еще превращусь еще и стан дам этому пидору. А ты еще без формы бегал, короче, я такой смотрю, типа ты далеко. Да когда... цвет поменялся. Когда даешь этот, вот смотри, я сейчас еще в кошку превращусь, нахуй, еще ему стан пропишу. Где у меня там тигриная нистость, да? Что-то нету. Въебывает всегда, когда один друль остался. Стан уже не проходит даже. Задушили, оказывается. Так, пока не запускайте. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? О, тринька на танка, кому надо? О, давай мне. Не-не, танки. Кому надо на танка? Второй ключик. А она что, лучше, чем кружка? Ну, это как второй ключ. Так, Борибай, что-то у меня нету в луте тебя. Ну, он увеличивает максимальное количество хп своего. А ты вылетал или что? Кружки лучше. Борибай, да, вылетел. Он за инстом стоял. А-а-а. Тогда не получится. Он не получит ничего. Тогда давай Вилани закинем. Может, когда-нибудь потанчит.
Так. Так, в танков спекайтесь. Теперь Бурибай, кто там? Зози, спекайся. И еще один танк кто-то. А танки что-то и не разрулил. Эту челиками. А кому надо эти тапки? Ну, кому-нибудь да пригодятся. Ну, кому надо. Даже шипы можно взять. Ну, посмотрите, кому надо тапки эти с духом. Перекап меткости. Если что, у Муфика все лежит. Так, запускаем. Ну да, я пока не... Не, закидывай, если что. Ну, это, ну, за тапки нормальные. Ну, возьми у Муфика. Я в шипы бегал почти с такими же. Возьми у Муфика. А кто? Кто? На тапки. Так. Это самое. World заходит, нет? Не вижу что-то. Где World? Кто делся? Черную берем. Так у тебя 264. Надо цешника. А. Кто это самое? Так, Бурибай. Четвертый танк нужен. Кто спекнется? Рарник. Никто еще? Никого больше нету. Давай спекайся. Я дал Медиадарк. Вот все. Подавай туда идти. Не, если кому надо, я отдам. Ну, потому что скалерация от духа тоже идет. Рейд-чат, пацаны. Вот, блядь, знаете что? Я себе сделал окно рейд-чат. Я иду вот просто на РТ, я его клацаю, и все. Мне только видна гильда и рейд. Все, больше мне ничего не видно. Если в гильде много флуда, я галочку убираю, гильду, все, мне только рейд-чат. Вот с кем я иду, я с пацанами, 25 человек, вот я и только их вижу. Все, больше никого. Питайте там и выясняйте. С каждым убитым боссом, походу, будет отваливаться челик. Ворд написал, и не отвалил хз на сколько. Не понял. Есть какой-то ДД ВК-25? Диси. Призм. Катрысия. Катрысия. У отелем будет хорошо. Свичнуться местами с ним хорошо. Призан Энг. Не-не-не, ну он же тоже Элем. Он Энг. Энг Хилл. Не-не, он же в Элеме теперь. Ага, ну не он знаю. В Элеме теперь? Я не знаю. Теперь, да. Вон Ляночка сейчас. Ну тыкните в ёбаное говно в это, блядь. Так. Спекнулся, да, Рарник? Так. Подели, короче, с кем ты будешь. С Бурибаем стороны. С какой ты, с какой он. Поделитесь. Значит, на боссе Вилаша на звезде, а этот самый на кружке. А, нет, он в Энхе. Энх, блин, ты чё мне рассказывал? А кто это спек перекинул? Вадикон, что ли? Да, я поменял спек. А, это ты поменял. Все, смотрите, самое главное здесь стоять четко вот здесь за спиной в одной точке. Ты что, на боссе? Нет, ты шарики ловишь. Поделите стороны, кто с какой стороны с Бурибаем. Ты и Бурибай ловите сферки. Когда мы под черный, нам нельзя ловить белый. Когда мы под белый, нельзя ловить черный, соответственно, блядь. Это. Хилим по максимуму, прям стараемся хилы прям мощно. Так. Даю отчет. Маги, бафните инту, пожалуйста. Можно с пула прям бить? Нет, пускай нет, поставит. Покури, блядь. Не надо. То, блядь, сдохнешь с пула. Когда вы под черный, вы бьете звезду. Ну пиздец нахуй. Yeah. А как дела нахуй? А чё, не надо сферки тут ловить? Или что вы дрочите-то, блядь? Вы не понимаете нихуя? Ладно, блядь, падайте нахуй. Кто там ловит, кто там закрывает нахуй? Вот Радник, ты там должен стоять. Вам нарисовать нахуй сейчас метками, наверное. Падайте, стопайте хил, блядь. Не понимаете, откуда докуда вы ловите, блядь. Две сферы за спиной рейда появилось, и все, пизда нахуй. Там, блядь, два танка стоят нахуй, танчат босса, блядь. Они с центра ловят сферы. Почему ты там стоишь? Ты чисто очко наше прикрываешь. Тылы, короче. Не прикрыл. Не прикрыл нихуя нахуй. Паладины, что с ним взять?
засмотрелся, думаете? Одна сверка — это уже пол хп у рейда нету, нахуй. Хоть есть щиты, хоть нету, нахуй. Ай, блядь, пиздец, нахуй. Жрите рыбу сначала. А то, блядь, сейчас с черным говном этим подбегут, блядь, и рыбу невозможно будет поесть. Так, объясняю, блядь. Танки, которые друид и ДК, вы ловите от сих до сих. Вот, вы вот это прикрываете расстояние. С центра все, что идет. Танк, который... Этот, кто он, блядь? С той стороны, значит, ловит. От сих и до сих. Вот, ты бегаешь между ромбиком и треугольником туда-сюда. Вот эту ты закрываешь стену от нас. И танк, который между сферками стоит, он закрывает от треугольника и до луны бегает. Вот тут, нахуй. Рейд стоит вот тут, блядь, в черепке, блядь. В рейд не должно говно никакое прилетать, блядь. Понятно? Смысл? Вот, убираю метки, нахуй. Блядь, две сферки просто залетело. Все черную возьмите, кроме одного танка там. Когда вы под черный, вы бьете звезду. Когда меняете на белую, бьете кружок. Вея. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Черные не ловите, только белые. Если белая с черной одновременно летит, то ловите, похуй. Только если есть возможность, что она одна летит черная, то пропускайте ее в рейд, чтобы нам ДПС апнуть. Белую словили, блядь. Быстрее захиливаемся. Спецспособность 7 секунд, готовимся. Так, пока с черным нормально все. А вы что, под белой были или что, нахуй? Я не могу понять, блядь. Да, под белой. А какого хуя вы под белой были, блядь? Они а? Перехватили, походу. Нахуя? Не слушая тебя. Бомжи, блядь. Сейчас будет либо также с черной. Либо будет смена. Готовимся. До спецспособности 10 секунд. Забыл, блядь. Вот пиздец, нахуй. Охуеть, вы играете, блядь. 2 секунды, смотрим внимательно. Эту же бьем, все нормально. Быстро на фул захиливаемся. Щит, щит надо убить и сбить каст еще. Сбить каст. Быстрее сбейте. Теперь все берем белую, начинаем бить желтую и переводим. Мы убьем, можно не вести. Ну, да, давай тут останемся, похуй. Но надо взять белую и бить кружок. Чтобы потом не тратить время на это. А то будет щит еще, вообще пизда будет. Девять секунд вот до спецспособности. Она щит еще ебанет, даст нам прикурить, нахуй. 3 секунды, нахуй. 3 ляма, нахуй. Что-то на ману ставьте, тотем. Вот он, щит, нахуй. Фул по щиту, избить каст и добиваем. Сбивайте и добиваем. Это повезло, считай. Или с этих бичей. Нету. Приговора. Ну смотри, зато есть вон триня какая. Шея неплохая. Шея, да, кстати. Надо кому-то... Шадова дайте, а то у него оба. У него там вообще хиловская шея. У шеи с МП5, да. А у тебя? Шадова. Ну давай. Давай шаду. Это как багруха, только чуть пониже.
Так, что там дальше? Сфера. Ну, теперь самый интересный босс этого инста. Порог палача, блядь. Так, запускали, нет? Не запустили даже, блядь. Долго пистит. Так. Значит... Сусорить 20 минут, значит, тактику, да? Чтобы убить Ануба. Мне там запы нужны, так что надо будет посусолить. Босс очень простой. Задача. Значит, перевести его за одну закопку. Потому что за две закопки мы его не убьем, потому что у нас IQ меньше 300, нахуй, общего на весь рейд, блядь. Вот. Поэтому, блядь. Все, что вы должны себе понимать, это очень простой алгоритм. Звучит так. Значит, босс, на нем вызываются жуки, по 4 штуки. Вот. Эти жуки должны быть, 2 жука в контроле, 2 дальних от жука, от ануба в контроле, и 2 ближних должны напуливаться на танка и вестись под босса, и там убиваться. Жуки — это приоритет. Но при том, надо дамажить и в босса дохуя, и в жуков дохуя, чтобы жуки разлетались. 4 жука должны разлететься до прихода следующих 4 жуков. До закопки он вызовет 8 жуков. То есть один раз 4 жука и потом еще раз 4 жука. Фаза на земле длится минуту 20. Фаза под землей минуту. Включаем таймеры, блядь, под миникарты. Смотрим на все это. Как босс пулится, сразу нажимаем стрелочку вперед, чтобы таймер запустился. Кто будет контролить? Мидарк или Шадоу? У кого из вас это увереннее получится? Шалфир будет первый контролить. Вот мне нужен второй человек, который, в котором я уверен, что он законтролит, не проебется там. Без разницы вообще. Ну, типа я на прошлом УК контролил, стоял. Все, ты будешь контролить. Теперь есть две стороны. Вот когда смотришь на нуба, есть лево, есть право. Мидарк с Шалфиром разделите лево-право между собой. Вы контролите дальних жуков от нас. Но... Не прямо у них, где они вышли и сразу дали контроль, а подпустите там метров 10-20, чтобы они прошли. Вот. Шалфер я справа. Все, это вы разделили. Теперь танки. Танков должно быть 3. Эвилаша, Зози и еще нужен танк. Кто пойдет? Бурибай, ты будешь в танке? Или кто будет? Кто уверен в себе? О, рарник, счастливчик. Умер. Он хэпал. Ну давайте резче, блядь. Бурибай, ты останешься в танке? Там нехуй танчить. Одного жука подводишь и все, блядь. И хуяришь под босса. Вот где стоит жук, там должна быть разбита эта ледяная залупа сверху. Насчет ледяной залупы, нахуй. Никто не дамажит. Одного. Один шарик только, нахуй. Его разобьет водикон. И никто, и вообще давай я разобью, блядь. Никто не дамажит в шары наверху. Их всего 6, нахуй. Никто в них не дамажит. Никто, сука, никто, это значит вообще никто. Никак. Ни мор не обновляйте, ни семечку не кидайте, блядь. Так, Бурибай, ты танчишь, да? Бурибай и Зози, распределите стороны тоже, лево, право. Понимание есть, что 4 жука выходит, что ближнего вы ведете под босса, когда его заливают, ну, присты, кто контролит, освобождаете, там ракету кинете в жуков или что, чтобы они шли к танкам, и хватаете следующих. Все, туда-сюда распределите право-лево. Вилаша на боссе. Теперь смотрите, блядь. Вот тут у нас будет лужа. Кто босса уведет? Кто босса сможет увести у нас? Ты рарник, да? Ты в ретрике. Уведешь босса к этой паутине. У нас есть две стороны света. Вот. Кружок и звезда. Звезда, где стоит сейчас босс. Кружок, где паутина. Вот. Лужа будет вот здесь, где босс сейчас стоит примерно. На минуте 10, на минуте 0.5 где-то примерно уводишь до кружка рарник этого ануба. Главное, чтобы успел до туда довести. Уводишь туда. Он там закапывается. И... Значит, выбирает цель. Когда босс там закопался, мы все ближе к звезде перебегаем. Вот на себя сейчас звезду поставлю, блядь. Мы сюда перебегаем. Вот. И здесь же одновременно. И жуков добиваем, и бьем скоробеев. Это все одновременно делается. Как только выбрала в цель,
вот, допустим, меня выбрало, и тут вот лужа стоит везде. Я встаю вот так возле лужи, но на нее не захожу, блядь. И на меня кидают первый боб. Первый будет боб Рарни кидать, второй будет боб кидать Авелания, и третий Гламурчен. Боб. Значит, боб кидается перед тем, как шипы уже почти близко до меня дошли. Вот тут шипы, блядь, вот тут. Я вот тут, боб на меня кидается, я стою 10 секунд, чилю. Когда секунда 2 остается, до того, как боб спадет, я запрыгиваю в лужу, и шипы взрываются об эту лужу. Действие всех остальных 24 людей в этот момент. Как только на человека подходят шипы, вы, сука, не стоите, как в небо не смотрите, а вы бежите сразу по направлению в звезду, вот сюда прям. И, блядь, было бы заебись, если бы вы со мной бегали. Вы там стоите у шкафа, нахуй, и нихуя не мотаете на ус. Вот сюда бежим. Смотри, надо, наверное, первые вот появилось, а все в звезду пошли, все остальные собрались где-нибудь здесь посередине. Потом, по ком шипы появились, а он выбежал просто туда. Да. Чтобы скоробеи сбегались в одно место, мы могли их спокойненько убивать, а не бегать по всей комнате и просто слакать. Короче, я не знаю, нахуй 20 минут рассказывать. Это надо бить, нахуй, и смотреть, что вы делаете, блядь. Короче, понятно смысл? Вот на челика кинули боб, вы убежали в кружок. Выбрало здесь челика, он стоит здесь разбивают лужу, он стоит возле лужи и повторяется вся хуйня. Когда этого челика, который выбрало, уже выбрало, вы уже бежите в звезду. Все, и во время этого всего, когда вы бежите в ту сторону, вы бьете этих скоробеев. Это всего минуту длится. Три бопа дадим, буребай там подстраховочный, четвертый, если что. Ну и это самое, босс выкапывается, и нам уже надо переводить его. Если у нас ДПС не хватает, то смысла его бить нету, блядь, мы выпанемся, скорее всего. Ну и все, а на последней фазе он также стоит в этой, в луже, также подводятся мобы, абсолютно так же. И это, сначала убиваются мобы, потом уже босс бьется. То есть 4 жука должны быть убиты до следующих 4 жуков. Когда контролить фул жуков, кидать фиры и остальные 2 приста задействовать на жуков, чтобы только по боссу бить, это я уже скажу вам, это лямах на 3, на 4 будет делаться. Ну вот, все, проверка. Рарник тут? Рарник. Прием. Ты если что, этот самый первый боб кидаешь на переходке. Так, даю отсчет. Готовимся. Five, таймеры включать. 4, 3, 2, 1. Фулл ДПС сейчас разобью сверку. Геро, ставим пока. Сейчас сверху над боссом разбиваю, блядь, и нет ДПСа мало очень. И никакой мудак даже не поможет, да? Другую сферу бьете. Вот заводи в этот. Блядь. Можно ложбиться. Нахуй, блядь, нет слов, нахуй. Вот гриппой нормально, а уешьте. Нихуя не надо ложиться, блядь. Домажьте. Жуки должны сдохнуть, гнев небес. Нахуй надо, да, гнев небес? Мы не знаем, что это такое, блядь. Кнопок нет, 4 паладина у нас, нихуя. Некогда. Так, блядь, а нахуя вы даете? Освобождайте жуков, следующие должны идти сюда уже. Чей жук там стоит в оковах? Освобождайте его, блядь. Под босса его быстрее и дамажим. Ёбаный в рот, нахуй. Должна одна сфера быть разбита, а у нас 2, нахуй. Блядь, под босса. Пизду нахуй. Сука. Просто очко горит с этой хуйни нахуй. Ебать, элементарного, блять, моба довести не могут нихуя. Там уводить надо. Да, через 5 мобов секунд. Мобов добивать. Через 5 секунд закопка, мобов только играем. Ну сейчас зарылся. Вот этих двух жуков бьем. Подводите их на лужу. Сейчас на кого кинется этот... Я устала. Выйди, чтобы в лужу он не врезался. Выйди, блядь. Остальные ушли. Выйди из-за лужи. Отошли от шипов. За лужу не заходи. Да куда ты заходишь-то? Тебе боб надо давать. Ладно. Обошел шипы лужу, блядь. Все остальные скоробеи бьем. Жук выкопался. Нерубский копатель. Убить, нахуй. Куда ты побежал? Бля, я устала. Ты пиздец, нахуй. Вы ебанутые, нахуй? Ну... Давай, стой возле лужи. Второй боб, Авелания.
Блять, пиздец, что ты выполнил. Боб, где? Где Боб? Авелания, нахуй. Вы уёбки, что ли, совсем, ай, нахуй? Блядь, ну я проебался. Блядь, дауны, сука, это пиздец. Вы, блядь, ой, нахуй, сука, очко горит. Блядь, так вы говорите, это по кому? Я в этом... Так вы дрочите, что ли, сижу, блядь? И я видел, что там на этой, блядь, свелаши метка. Вот метка, вот и кинул в неё. 40%. Я не знаю, заберите, и... заберите. Так, Вадикон, где ты там, блядь? Сейчас на UI у лужи лежу. Жуков бейте, и босса надо перевести до закопки. Фулл ДПС дамажим. Геру можешь дать? Да, Геру давайте. Быстрее этих жуков убейте, сука. Эти жуки вторые уже должны под босса. Ведите их. Освобождайте, ведите. И следующих бьем. 15% на боссе переводим. Дамажим больше, сука. Ебать, босс вообще не сложный, нахуй. Только вот бегайте, как калеки какие-то, блядь. Бупы не дают нихуя, блядь. Все. Сейчас жуки появляются, под босса их ведем, а, два в контроле, но дамаг фул по боссу даем. Потому что... Кливом убивать. Да, фул по боссу. Фул. Вот как только переведется босс, сразу в жуков свич. 1%. Внимательно сейчас. Все, свич жуков. Теперь сначала лишь жуки... Убиваем, стан ему даем. Все, теперь хилим, на половине хп держим себя. Метки магии 7... Ай, нахуй, Зози, блядь. Если на магах метка, глыбу сразу сдаем. Роги, если метка, сразу кош. Жука, заберите, сука, жука, два танка, нахуй. Вадикон, резай мифика. Блядь, хэлла, захиливаем. Еще раз, Геру. Все, это, жуков играем, жуков. Жуков, сука, играем, не стопаем. Там маны нету, ухил. Ну так дайте на ману что-то, ёбаный в рот. Рави стрессы Зози, Зози Вадикона. Рави стрессы Зози, Зози Войда. А боже. Блять, шадон. А чё у Ануба 40% хп? Чё, минус хил никто не кинул, блять? Нет, конечно. А чё, варов нету ни одного? Нет, ну, нет. Ну хули вар, блять, вар. Он не армс, наверное. Вроде еды. Падаем. Блять, это пиздец, блять, никого. Да сейчас ханты, они же в обоссанных всяких БМах, хуемах, во всяком говне бегают, блять. Вон, воля Игниса, нахуй, воля бича, блять. Нету у него там. Почему? А какой там, прицельный? Есть, есть. А какой, как он называется? Прицельный? Нет, не прицельный. Да. Блин, его так, все практически используют. Так его 8 штук всего, видать, он нихуя и не... А в пизду, нахуй. Залупа ебаная, блять. Я устала, почему ты побежала, хуй пойми куда? Что это было за говно, блять? На тебя кинулся Боб, ты забежала в лужу. Лужа взорвалась. Или второй раз ее выбрала, я что-то не могу вкурить. Как там было-то, блять? Вокруг. Она побежала, оббежала лужу и побежала вообще в другую сторону. А нахуя, блять? В сторону озера. Надо было встать у лужи, подождать, пока 2 секунды Боба не останется, и зайти в лужу. Блин, коните Боб, пожалуйста. Ебать. Босса как будто не бьете, нахуй. Дайте починиться, что-нибудь, Дживс. Да уже ты отхилился, поэтому не бьется. Хилить надо только метки. Хэпалам проще, они вон два танка хилят на МТ частице, два танка хилят. Один раз танк, один раз метка. Если, ну, видишь, две метки проседают, меньше половины хп по меткам хилишь. Метки-то хоть видите в своем вуду или в этом в хилботе в обоссанном, в чем вы там сидите, блять. Метки синие, такой шарик, блять, кидается на людей. А Вилания и Гламурчин, видите эту хуйню? Че там, кто решил Скоробеев побить? Блять, на, ну нахуй вы это делаете? Так, ставлю рыбу. Суманите мифика Вадикона. Так, давайте этот
Эвилаша, сам под себя грипнешь сферу, да, шаковы нахуй, и убейте сферу, которую грипнет Эвилаша. Они две сферы справа-слева, нахуй, всего 6, блядь. А то я бил там в друиде, нахуй, у меня дамаг 3000, нахуй. В Рей где? С пула 3 на пула, а нет, на пула на этих, на мобов надо. Ну, короче, агро у Вилаша не сорвите, там он пока сферу грипнет. Так-то, если мы за одну закопку переводим, нам так-то похуй на сферы. Так-то похуй, блядь, но нужно, чтобы жук стоял на сферах, и мы бы шли к нему, чтобы это удобно было. Но я имею в виду, что можно разбивать хоть все. Нам просто две штуки нужны, чтобы... Чтобы жук стоял на сфере. Ну, эти жуки, которых надо уешить в жопе босса. Чтобы они это не закапывались, а то не закапываются, выкапываются фул хп, блядь. Врубай рарник. Да и отчет. Приста бафа нет. Дайте, ебаный в рот. Он мне не нужен. Все, поехали, хуярим. Сферу грипанули, вот разбили ее. Вот, отлично. Все, теперь поворачивай жопой. Ну, сейчас он перебежит. Перебеги на ту сторону. Жуки появились. Вот одних под босса, одних это самое. Ну быстрее танки забирайте, кто там с какой стороны. Так, Зози забрал. Бурибай, быстрее уже под босса подводи его, блять, его бить, а уешить надо. А вот эта вторая сфера от... Кто просил вас, сука? Блять, пиздец невменяемый. Звездопадом, наверное. Так и нахуй тут звездопад. Звездопад, блядь, не бьет по сфере. Да? Шо как? Бьет. Жука! Тихо нахуй! Это. Жук, почему, блять, он идет нахуй еще? Ну заберите его, блять. Пиздец. Жуки умирают, следующих под босса ведите. Так. Выводи рарник босса. Жуков, да все сейчас бьем. Ну, сейчас через 3 секунды выводи. Жуков. Да блять, да какого хуя жук-то срывается? Забери ты, агро на нем набирай. У тебя неистовство включено вообще там, Бурибай, блядь. Уводи. 7 секунд до зарывания. Этих зергайте и вторых освобождайте. Освобождайте уже. Подводите и зергайте их. Второй где? Все, теперь вышли с луж из-за луж. Вышли сбоку, встали, блядь, от лужи. На ком сейчас будет этот, кто там? Гламурчен. Сам по себе боб дашь. Сам по себе боб дашь. Все остальные пошли в центр комнаты. Хули вы там стоите возле луж, сука, в центр комнаты идем уже, уходим. Все, жук сдох, уходим. Блядь, сейчас только сферу эту не разбейте. И скоробея все играют. Уходите сюда. Заходи в лужу, быстрее. Ты заходи, боб кончится сейчас на тебе. Все. Кучу, блядь, соберитесь, чтобы жуков проще бить. Все, сейчас, да. Это, да, вот, сбили. Поменялось. Все, во, стой, да, воз... ближе, отойдите от него. Ты рарник сейчас, будешь. Рарник будешь сейчас. Она взорвалась. Блядь, ебаный в рот, бомжина. Да похуй как бы. Да так-то похуй. Вон ту, короче, которая звезде, нельзя это самое проебать. Вон, Энхо, дайте боб. Все, 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 стой, стой, стой. Все, дали по нему, жди там. Сейчас он выкопается, иди туда уже. Все в начало. Через 3 секунды выкопается. Все к звезде идем сюда, сюда на эту лужу веди. И сейчас 10, через 5 секунд жуки новые появятся. Все, скоробеев добейте, скороби мелких добейте, быстрее прям зауешьте. И по боссу дохуя играем, нахотываем. Новые жуки пошли, 2 жука под босса. В лед поставь. А ну бы поставь поудобнее, чтобы жуки, блядь, на льду стояли, которые сюда ведут. Ага, вот сюда. Все, уешим жуков быстрее. Этих и следующих. А потом уже по боссу. Геру продержим? Да, конечно. Ну я смотрю по секунду. Ну что. Опа. Это? Нельзя каст сбить, нахуй. Вставалку юзай. Блять, у кого там есть, нахуй? Зози реса, я устала. На тебе иннер дам. Быстрее ресать. Ну жука стаунтите, сука. Блять, он так закопается, нахуй. Убиваем жука. Все, по боссу играем. Следующих жуков подводим, но бьем босса. Когда босс переведется на фазу, урез хила поставили там. Вот жуки под босса ведем, 1% до фазы. Все. Теперь играем по этим, по меткам больше хилим.
метки, в первую очередь метки на фулл хп поднять. Жуков, и жуков бьем. Жуков также заводим и также бьем. Гнев бить, небес. Бить, бить. Гнев небес, сука, быстрее, ну убьет кого-то. Блять, вы мудаки совсем нахуй. У кого БР есть там? Так, Реса, я устал, вставай. Захиливай, гим на ману, шадо гим на ману дай. Шадо еще гим на хп дай. Сейчас метки сдох, сейчас меня убьет, блять. Ну, нормально. Жуков бейте, какого хуя вы фиряете их? Вас просили, сука, это делать, блять. Мы босса так не убьем. Блять, мудаки, пиздец, нахуй. Еще, блять, три волны жуков ждать, нахуй. Вы его фиряете. Вас просили, сука, это делать. Пиздец, какие вы, нахуй, блять. Жуков бейте, блять. Ну, нафиряли, хули. Сука, я не знаю, блять, как, нахуй. Это надо 10 раз вайпнуться, как мудакам последним здесь, нахуй. Чтоб, блядь, дошло. Сука, я же говорю, по кругу все идет. Мы подводим и убиваем сначала жуков, сука. Потом бьем босса. Какого хуя вы их фиряете, блядь? Вы мне объясните, блядь, нахуя? Вы что его, блядь, 7 лямов вот эти убьете, через 10 секунд вы его фернули, нахуй. Я говорю, на 3 лямах будем в пул контролить жуков, нахуй. В пизду нахуй, блять. Вот как не доходит до вас? Надо, чтобы вы вайпнулись, увидели, блять, что вы говно сделали, блять. И нужно сделать так, как вас просят, блять. Я еще раз говорю, на фазе, когда босс переведен, мы бьем жуков, нахуй. У нас нет блокера 100 тысяч жуков танчить, нахуй. Мы их, сука, убиваем, блять. До появления 4 жуков следующих, первые 4 жука должны сдохнуть, нахуй. Еще раз объяснить, блять. Какого хуя вы его зафиряли? Как его зафиренным бить, блядь? Если все в луже стоят, сука, милики, РДД, блядь. Как им убивать его, сука? Вышли новые жуки, они у вас в фире бегают, чилят, нахуй. Ёбаный в рот, нахуй. Почему простого не можете понять? Подбегайте, рыбу жрём. Последний пул, короче. Чё там на 15 минут? Последний пул. Продолжим, нахуй, на этом КД ещё тратить. Этот, вот этого ануба, блядь. Резко, блять. Не, ну просто я не спорю, что вы тут не были, нахуй. Но после вот этого вайпа я еще раз объясню. Мы бьем жуков, нахуй. Босс на фазе, босс захиливается. Метки хилятся, блядь. Да, это... кстати, кто фирял-то, нахуй? Ну-ка, признается кто-нибудь. Всем... Ну, блядь, мудак, хули тут сказать, блядь. Вот взял, зафирял, блядь. Не фиряйте, мы ждем этих двух жуков здесь, под жопой босса, и их ауешим. Максимальный должен быть дамаг сплэшевый по жукам и по боссу максимальный. Ну, надо как можно больше по трем целям играть. У вас все под это заточено. У Вара, блядь, у Ретрика, блядь. И у жуков 10%, 20 хп уже видно, сейчас сдохнут. Они не хилятся, как ануб, блядь. И следующих жуков освобождаем и также подводим. Чем быстрее мы эту пачку 4 жука убьем, тем больше мы по боссу поиграем. Чек на пол. Последний травец. Так, 4 босса убили, ну давай там 200 ип там. А есть у кого-то дживс? Я полностью поломан. Стоит. Он стоит. А, понял, спасибо. Чинитесь. Все? Так, все готовы, да? У всех все есть. Так, даю отчет. Как бегать, поняли? Как бить жуков, поняли? Сейчас. Наверное... Сферы, блядь, не трогайте. Сферы, блядь, не трогайте с пула. Вот одну грипнули. Где грипнул, вот ее разбейте, вот и все. Она одна должна быть, остальные не трогать. Все, и поверни его просто жопой, нормально. Тут кусочек уже будет торчать. Все, стоим, бьем. Вот жуки подходят, они должны беспрепятственно сюда подойти. Вот один подошел, второй где-то дрочит. Кто его замедляет, блядь? Чего у него такое кидать, что он замедляется, нахуй? Тарелку кинул паладин. Вот он сейчас погружение. ГЦ, нахуй. Освобождай жука третьего. Освобождай, кто там? Освободите, блядь. Освободил. Бьем, ну подводите танки. Второго освобождайте тоже, пока тот закопанный, этих убить надо быстрее. Ну работаем, ебаный в рот, жуков больше дамажим. Раздамажьте их. Блять, вы вообще дамажите? Вот, посильнее, блять. Вот выкопался пидор, убиваем его, блять. Поэтому, блять, я и говорю, надо подвести максимально быстро на ебаную лужу, нахуй. Не кидай тарелку, блять, дай жукам. Вот два жука ближних идут, подвести их. В этим контроль. Их зергаем. Уводи босса, рарник. Быстренько работаем. Этих быстрее. Ну на жуков все свищнитесь быстрее. Все, освобождаем и новых бьем.
Вилаша там грипнешь еще. Босс закапывается. Секунда, закопался. Стоим сбоку от лужи, нахуй. Вот эту сферу не бить, сейчас на нее череп поставлю, ее разбить под босса только. Эту череп не бить, блядь. Не убежать. На Энхе. Так, Энх. Кто там? Накину я. Так. На ком не вижу, нахуй. А, на нем. Вот так, боб тебе дают. Все остальные уже в центр комнаты ушли, жуков в скрабе бьем. Сука, не по краям, а в центр, нахуй. Ну, чтоб жуки-то к нам бежали быстрее было. Вот, он зашел. Следующая, вот, на меня кинулась. Давайте, кто со мной-то побежит? Авелания или кто там? Кто боб по мне даст? Вы что делаете? А, разбил. Блять, мудаки, нахуй. Давай я дам. А нахуй вы бьете? А, что, он поменял? Да. Мне. Выходите оттуда уже, вы что? Сам дашь там по себе, боб. Что там, выкапывает через... Через 10 секунд выкапывает. Все нормально. Забежишь в эту лужу. Через 5, через 5 секунд выкапывается. К звезде уже отходим. О. Ладно, в этой луже будем танчить. Вот в этой. Да, блять, в этой танчим. Вот в этой, ближе сюда, ближе, быстрее жуки будут доходить. Вот отсюда, с этой стороны. Ладно, как контролить, так и контрольте. Два жука ближних подводим, вот этого быстрее подводим. И все, и убиваем. Вы знаете, что делать. Скоробеев добейте, блядь. Подведите их под босса. В рей, нахуй. Под блинканись, нахуй. Ну, чтобы его зауешили милики, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Он захиливается. Жуков освобождаем. Подводим. Новых. Освобождаем. Видите хп же. Кулем там сидит. Сейчас погружение будет кастовать. Вот, ауешим. Вот, и по боссу больше. Что-то мало по боссу, блядь. Дамаг по боссу где? Следующие жуки, значит, подводим, но дамаг по боссу. Первые два подводим, но дамажим по боссу. Переводим. Так, сейчас выйдут уже скоро. Вот, подводим. И дамажим 3% по боссу. Переводим и потом свич сразу в жуков. Вот, контроль отлично. Все, и теперь обращаем внимание, вот на ком метки. Палы баблами, роги кошами, маги глыбами скидываем. Облегчаем работу хилов. Чтобы вы с меткой не сдохли. Новых жуков подводим под босса. Не даем им теневой удар скастовать. Подводим на лужу ровно, ставим. Погружение, никакую хуйню, чтобы не там. Так, молодец я. Седжу, блядь. Вадикон рез и седжу. Так, каску, лапу, пристабав. Пристабав можете не давать. Каску и лапу я дал. Так, метки на фул захиливаем, блять. Все, жуков также подводим и бьем, никто не теряет. Также два подвели, два бьем. Все, нормально, рейд вас держит живыми. Блять, хэлла. Работаем. Следующих подводим. Жука убивайте. Гипоните. Подводите жука, блять. Никто, вот, молодцы, молодец. Глыбы нету. Баба Лавелания, нажми. А, ну ладно, похуже, на следующий раз. Так, сколько там? Да хуя у Ануба еще хп. А он да просто... мы вообще ему не снимаем, нахуй. Не снимаем. У него больше так увеличивается, по-моему, хп. А хилк, минус хилк кто-то кидает вообще, нет? А, да похуй, нахуй надо минус хилл, ты че, блядь, угораешь, нахуй. Как мы же просто пришли, как дауна здесь постоять, побить жука, который не убивается, нахуй. Чё, яд нельзя было намазать или что? Сколько траев мы бьем? Кош нажмите. Нажми кош. Топа, блядь. Вставалка есть? Не, нету. Сейчас резну тебя. И всё. Вставай. У кого БР есть, это? Не знаю, нахуй, блядь. Сами хуй каши сваришь, блядь. Зози, ресы. А, Зози сдохший, нахуй. Рвист. Тут тоже КД, да? Блять, хули. 4 ляма. Еще бьем жуков. У нас меньше становится, блять, почему-то. Да что-то на 17 тысяч ударило, я так не понял. Это теневой. А, там нахуй. Гнев небес, мы такую кнопку не знаем, нахуй. Ты че, нахуй? Ты что же, это, блять, пиздец, стоек ее надо, нахуй. Бьем еще. Блять, танки вообще пиздец, нахуй.
Вот смотри, третий, четвертый жук с прошлой пачки подошли под босс, и выходят новые 4 жука. Это потому, что мы просто лежим нахуй. Ну, босс несложный. Вот все то же самое, только надо получше играть немножко. Да тут типа надо было контроль уже раздавать ему 700. Да, можно было. Полляма осталось. Можно было, но где урез хила? Кто урезает хил? Поставьте себе яд нахуй. Так хант есть. Я резал. Ты в пизду нахуй, блядь. Да хант может умереть где-нибудь неаккуратно. Ай, блядь. Да хант свечится, напуливает. Вот главное, блядь, объясняешь людям, сделайте то-то, то-то. Да хант есть. Ну и хули хант, нахуй. Да в жопу этот хант пусть идет, блядь. Ну давай мы сейчас тоже яда намажем, ДПС потеряется. Да и похуй, блядь. Надо, чтобы был срез хила 50%. От одного вы яда? Кинжал один просто в сумке держите с этим ядом и меняете его на третью фазу. Ну да. Да, хилы могут... Типа оно так же работает и в РС, и здесь. Я не знаю, как вы играете на рогах. Ладно. Понятно. Так. Это, я по поводу про хил хотел бы спросить. Чего? А нельзя здесь достать другие хилки, другие, другого уровня? Не фуловые? Да смысла нету, блядь. Этот, кто там, Гламурчен, кто там на замене еще был? Гламурчен, вот тебе 500. Что, не будем добивать? Нет, все, мы же последний трай давали. Добивать будем на КД этого Ануба, так что приходите. Посмотрим, если... Что, если завтра быстро принесем? Время будет, завтра пойдем. Не будет время, там, пойдем целка РС вам принесем, после него Ануба добьем. Потом еще куда-нибудь пойдем. Твой бонус хилам будет бонус хилам танка всякий. Катрисия мимо нахуй. Ты чилил, блядь, ИВК нахуй. Ты получил ТТГ ГМХМ и все нахуй, этого хватит. Ну, блядь, хули, я тоже сидел нахуй, только я ебашил, блядь, в рейде, блядь. А ты чилил, блядь. Ты ТТГ ГМХМ сходил, этого хватит. Чё дальше? Консилятор. Консилятор был, консилятор... Завтра пойдет, да? Это я помню. Так. Тебе 500. Завтра еще за те рейды получишь. Ну, на завтра надо настраивайтесь. Надо, чтобы пришли по максимуму люди. Твинки, не твинки, там, ну, нормальные, чтобы персонажи были. Че, пироманши? Ну, нормально, уже это доходим. Так что должны на этой неделе его захуярить. Ануба? Уже нормально доходим. У нас старый контент. Так освоение, нет, да как хули, они тут не были, если видишь, бегают как коллеги, нихуя не понимают. Этот, что надо бить жуков 200к. Valiant, шаман, нахуй, энх, нахуй. Надо бить жуков 200к, понял? Смотрим дамаг Valiant'а, блядь. А нуб, скоробей из роя 3000. Не, подожди, скоробей из роя 140, нерубский 260. Просто кто-то не доигрывает. Кто-то вот, ну, вот так вот хуй положил на рейд. Понятно, вот. Нахуй. Просто кто-то не доигрывает. Из-за этого у нас хуйня. Ну чем бить? Просто тотем ставишь какой-нибудь там. Да, точно, скорбея выбираешь. Когда вот мы в центре бегаем, выбираешь скорбея, и хуяк ему пизды даешь с одноручек. Не, ну в принципе, ты тоже так пироманша говоришь, тебе проще его. Ну, тебе проще, вот ты набил по скорбею на 60 тысяч больше, чем энх, нахуй. Просто если весь рейд играет по скоробеям, ну, вы нормально сыграли. Просто бывает, что ты выбираешь скоробея, на него кастуешь одну хуйню, блядь. Проебал кучу маны, нахуй, а его уже убили, блядь. Ну, весь рейд свичнулся в него. Тут тоже такая ситуация. Ладно, все, на сегодня хватит. А, счастливо все. Давайте. Завтра второй рейд, приходим. Набор в гильдию делаем.